Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин, и сегодня мы поговорим об ускорении при криволинейном движении. В школе обычно рассматривают два частных случая ускоренного движения. Первый случай – это движение по прямой, когда ускорение направлено вдоль этой прямой. И второй случай – это движение по окружности с постоянной скоростью. И в этом случае центростремительное ускорение все время перпендикулярно скорости. А мы сейчас рассмотрим несколько более общий случай ускоренного движения и начнем с такого опыта. Здесь у меня вращающийся столик, к которому прикручена планка. А на конце планки закреплен груз. И я могу запускать двигатель столика с помощью кнопки. Вот груз начал ускоряться, отпуская кнопку, он замедляется. И мы посмотрим на скорости ускорения груза при таком движении. И вот груз делает первый оборот. Вектор скорости направлен по касательной к окружности, и мы видим, как растет длина стрелки. Движение груза и состояние покоя, конечно же, является ускоренным. И теперь нам нужно вспомнить определение ускорения. Ускорение – это скорость изменения скорости. И чтобы найти вектор ускорения, нам нужно найти разность скоростей, разделенных небольшим промежутком времени. Ну и для этого удобно. Вектор скорости в момент времени t плюс дельта t перенести и совместить его сначала с вектором скорости в момент времени t и найти разность этих двух скоростей. Ну а дальше перейти к пределу при дельта t стремящимся к нулю. И обратите внимание, что у нас вектор ускорения вовсе не направлен вдоль вектора скорости, потому что движение является криволинейным. Посмотрим, как в нашем опыте меняется вектор ускорения, который вычисляется по только что приведенному правилу. Чтобы стрелки было лучше видно, увеличим их все по длине. И мы видим, что вектор ускорения быстро растет по модулю и разворачивается к центру окружности. И естественно, вектор ускорения разложить на две компоненты. Касательную к траектории и перпендикулярную. И вот эта касательная компонента называется тангенциальным ускорением, то есть в переводе с латыни, собственно, касательным. А вот эта компонента называется нормальным ускорением. Оно направлено по нормали, то есть по перпендикуляру к касательной. И вычисляется тангенциальное ускорение как производная величины скорости или модуля скорости. А нормальное ускорение – это наше обычное, привычное центростремительное ускорение, которое вычисляется по формуле v квадрат делить на r. А теперь применим наши познания к еще одному случаю движения по окружности, а именно к колебаниям маятника. Отвожу маятник на 90 градусов. Отпускаю, а теперь заснимем его движение на скоростную камеру. И вот мы видим, что в верхних точках траектории ускорение направлено вниз, а в нижней точке оно направлено вверх. Давайте разберемся, почему так получается. В верхней точке траектории скорость груза равна нулю, ну а значит центростремительное или нормальное ускорение равно нулю. А тангенциальное ускорение, очевидно, равно ускорению свободного падения g. А что же у нас в нижней точке? Здесь скорость достигла своего максимума, она не меняется, значит тангенциальное ускорение равно нулю, а нормальное ускорение равно v квадрат делить на r. Ну и по закону сохранения энергии v квадрат равно 2gr, r сокращается, ну и значит нормальное ускорение в этой точке равняется 2g. До сих пор мы рассматривали тела, движущиеся по окружности, хотя и с непостоянной скоростью. Самолет, выполняющий фигуру высшего пилотажа, меняет и скорость, и направление движения. И для нахождения его ускорения надо небольшую часть траектории заменить подходящей окружностью и воспользоваться все теми же формулами. А теперь наступило время нашего традиционного заключительного вопроса. Я предлагаю вам решить такую задачу. Колесо радиус 1 метр катится по земле, и при этом точка на ободе колеса движется по циклоиде. И надо найти радиус кривизны этой циклоиды в ее верхней точке. Ваше решение пишите в комментариях к нашему ролику на YouTube.